В некоторых районах республики сегодня, 16 декабря, объявлены актированные дни. Напомним, что актированные дни для учащихся с 1 по 5 класса устанавливаются при температуре воздуха минус 45 градусов и ниже. При достижении отметки минус 48 градусов в школах отменяются занятия для учеников с 5 по 8 класса. А при 50-градусном морозе актированные дни устанавливаются для учащихся старших классов.